Ik zag je laatst een week geleden op de roltrap omhoog. Jij ging naar beneden. Ik keek achter. Итак, из Амстердама мы отправляемся в Занцисханс. Это небольшая голландская деревушка на реке Заа, находящаяся в 25 километрах от Амстердама. Занцисханс – это фольклорный музей под открытым небом, где до сих пор соблюдаются все традиции и обычаи страны. Здесь местные жители говорят по-голландски, но почти все знают и немецкий, и английский язык. В 17-18 веках вдоль реки Заан стояло более 1000 ветряных мельниц. В настоящее время их в этой колоритной деревушке осталось 10, и все они действующие. Als je dit hoort, als je luistert naar mij. Ik was die jongen, ik ging aan je voorbij. Op zaterdagmiddag in een kledingzaak vlakbij. Ik zal je nooit vinden, maar zoeken dat doe ik wel. Op straten en pleinen en treinen en Google. Je kent me niet, als jij me ziet, loop je gewoon voorbij. Wij zullen nooit samen zijn, nooit samen zijn. Помимо мельниц, символом Голландии являются традиционные башмаки – пломбы. Их делают из дерева. Башмак берется на два размера больше и одевается на толстый шерстяной носок. В одном из домов располагается музей пломбы и мастерская по их изготовлению. Голландские деревянные башмаки появились приблизительно 500 лет назад. Происхождение данного типа обуви связано со специфическим климатом Нидерландов, влажным, умеренным, морским, когда круглый год имеется высокая вероятность промочить ноги. Исторически они имели распространение среди бедных слоев населения, крестьян и рыбаков, которые не могли позволить себе приобрести другую обувь. Тогда как деревянные башмаки были просты в изготовлении и надежно защищали не только от влаги, но и от зимнего холода, ввиду толстой подошвы, которую часто подбивали соломой. Изготавливают пломбы по принципу создания копий ключей. Начинается все с грубой заготовки. Обычно в Нидерландах башмаки делают из тополя. Это древесина легкая и твердая. Тем не менее, ее сравнительно легко обрабатывать. Используют формы клише. Мастеру необходимо установить форму клише и заготовку в станок, а затем нажать кнопку пуск. В процессе вырезания внешней формы башмака и заготовка и клише вращаются. Соответственно, резец входит на глубину, которая допускается клише, в том или ином месте, как вы видите на экране. Vandaag was lang genoeg, totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde. Для изготовления разных башмаков, левый, правый, размеры, используются различные формы клише. Когда внешняя форма будущего башмака готова, заготовка отправляется в другой станок. Здесь врезает внутреннюю полость по тому же принципу. Ik kon om niemand lachen, ik was tot niets in staat. Nu ben ik dag en nacht een zon, omdat ik weet dat jij bestaat. Ik bleef altijd binnen, echt vrolijk was ik niet. Nu loop ik zelfs te fluit. После изготовления башмака он ее обрабатывает форму и, набрав в рот
воздуха, он неожиданно дунул, и из нее вылилось очень много воды. Оказывается, в древесине сохраняется очень много влаги. После этого башмак ставится на сушку, и после этого раскрашивается, и получается очень красивый и практичный клон. Ik ben veranderd een ander En sinds die ene lach Ik geef me over Je hebt me verzetten Heeft geen zin Ik ben veranderd een ander En dit is pas het begin Want je hebt niet in de gaten Wat je allemaal met me doet Dat kun je ook niet weten Ik heb je pas één keer ontmoet En toen heb je mij misschien eens gezien Als ik jou zou vragen Drink jij wat van mij? Zou je dan lachen? En blijft het erbij? Maar ik moet het toch proberen Ik weet alleen niet hoe Niet langer verlegen Ik wil, ik zal, ik ga naar je toe En er was een donder, een bliksem Een slag toen ik je zag Ik ben veranderd, een ander En sinds die ene lach Ik geef me over, je hebt me verzetten Сыр – один из тех национальных голландских продуктов, имеющих глубокие исторические корни. В Заанцесхаанс сохранилась настоящая сыроварня, хранящая старинные секреты изготовления легендарного голландского сыра. Здесь сыр варится по древним рецептам голландских мастеров, и не только из коровьего, но также из козьего и овечьего молока. Ценность сыра обусловлена еще и высокими расходами молока. На 1 килограмм сыра требуется не менее 10 литров. Разнообразие ассортимента удивит даже самого взыскательного гурмана. Посетителям предоставляется уникальная возможность продегустировать и приобрести несколько десятков сыров разных сортов, от классических до эксклюзивных. Сыры мягкие и твердые, копченые, с различными добавками – орехи, пряности, чеснок, зелень и так далее. В Заанцесхаанс 10 работающих мельниц. Есть мельницы для производства горчицы, есть мельницы-лесопилки, краскомольная мельница и маслобольная мельница. На территории Заанцесхаанс множество старинных жилых домов 16-17 веков, старинные пекарни и загоны для скота. В общем, все прелести провинциальной жизни средневековой Голландии. Экспонаты живут активной жизнью, мельницы работают, распиливая бревна и перемалывая муку. В
домах музеи, мастерские и гостиницы. Здесь можно снять такой домик и пожить жизнью голландца с прошлых веков. Просто невозможно не влюбиться в жизнь голландской провинции. Кстати, хотя деревушка и считается музеем, она никак не отгорожена от внешнего мира, а вход в нее совершенно свободный, что еще больше усиливает эффект реальности всего происходящего вокруг.